Прошлое создает настоящее. Без прошлого и истории мы не сможем понять то время, в котором мы живем. Интерпретации прошлого встречаются в шедеврах настоящего. Сегодня мы находимся в Музее Москвы на закрытии выставки, которая была представлена Александром Васильевым, специально привезенной платье из Парижа, выставка «Мода в зеркале истории» 19 по 20 века. Сегодня мы посмотрим, что происходит здесь. Наша рубрика в эфире от блога «Стайл Дело» будет с вами. Веселитесь и не забывайте, сегодня у нас ретро-карнавал.